Екатерина Гусева, Роман Костомаров. Выбор этой композиции Екатерины и Романом явно не случайен, ведь в четвертый соревновательный день они единственный раз за время участия в проекте выиграли, заняли первое место именно с этим танцем. Кому-то могло показаться, что второй раз рассказать эту историю Екатерина Гусева, Роман Костомаров, так же тонко и смешно вряд ли удастся, но ребятам удалось. Правда, была одна небольшая ошибка при поддержке, ну, можно понять. По-прежнему стройный Евгений Онегин, Роман не так легко может удержать несколько потяжелевшую Татьяну Ларину, Екатерину. Перебор. Так хорошо делал, побить. Я уже думал, ну все. Это увлекся. Ну, Ромео увлекся, конечно. Чего раньше времени вскочил с этого? После жребий мой. В общем, Рома сегодня нас подвел с тобой, Катюнь. Мы с ним вообще разговаривать больше не будем. Зато ты... Ирина с Романом еще не получали. И у них вторая сумма баллов. Вторая. Проиграли только паре Дубкуна и Жулин.